Сокровищница человеческих знаний, всемирная паутина и царство безграничных возможностей. Интернет уже давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. И в новом выпуске программы «Хочу сказать» мы узнаем, насколько для саровчан полезен интернет. И вот ваше мнение, интернет, он больше полезен или вреден сейчас для жизни? Ну, если как бы для детей, им лишний раз можно как бы без него обойтись. Ну, а так как бы он нужен. Ну, для молодежи, наверное, полезно, я думаю. А какие-то вредные явления, тенденции? Интернета? Ну, что в основном и молодежь-то и сидит все время в интернете. А вы не сидите в интернете? Нет. Абсолютно? Ну, немного, может быть. Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Он используется во всех сферах жизни, выполняет информативную функцию, развлекательную, образовательную. В принципе, все сферы жизни затрагивает. Он стал неотъемлемой частью. А вы свою жизнь без него можете представить? Нет. Смотрю новости, слушаю интересных мне людей. Кино смотрю, если какое-то интересное, тоже по интернету. А без интернета можете себе представить себя? Конечно. Ну, мне польза, по работе очень много пользы. Вообще, совсем другая стала работа. Практически не пользуюсь печатными уже, ни справочными, ни нормативными какими-то литературой. Поэтому все через интернет. Для кого как? Может быть, он и вреден для кого-то, но так полезен, конечно. А вы свою жизнь без интернета можете представить? Нет. Интернет очень полезен. Вот вам, тем, что дает огромное количество информации. Сразу, практически, очень быстро. Полезный. От него нет вреда. Вообще? Нет, конечно. Например, у тебя есть задача, ты ее решаешь, пишешь в интернете, у тебя готовый ответ. А, вот как. Это, да. Наверное, вредно больше, нет? Нет. Не вредно. Кому-то полезный. Лично мне полезный. Он приносит мне доход. А, то есть интернет – это способ заработка? Да. У родителей редко есть возможность мне помогать, поэтому я некоторые вопросы ищу в интернете, и когда нам задают какие-то доклады, я тоже пользуюсь интернетом, беру оттуда всякую информацию. В данном мире и при данной ситуации, мне кажется, обойтись без него совсем нельзя, так как вот, например, те же образовательные дистанционные технологии, то есть он, ну, стал крайне необходим. Из интернета можно найти в нем много полезной информации. Ну, на самом деле, плохо, что сейчас не читают книги, а больше информации берут оттуда. Но, к сожалению, жизнь такова.